Как вот проходят тренировки с бойцом UFC Александром Волком? Все удары, знаешь, что зависит? А просто сорваться, да, ударить. Это я в начале карьеры весил 96 и дрался с ребятами, которые весили 120. Всем привет, мы на канале Body Money. Сегодня мы в гостях у Александра Волкова. И сегодня мы попробуем потренироваться вместе с Александром, его силовую тренировку. У него осталось несколько недель до боя, так что посмотрим, как тренируются чемпионы. Что, погнали? Да. Прошу всех в зал. Ну что, Василий Васильевич, что нам делать? Тренироваться, как говорили наши отцы. В общем, сегодня по расписанию Александра Евгеньевича силовая тренировка, как обычно по субботам. Угу. Сейчас на этапе подготовки мы продолжаем работать над силой и над мышечной массой. Тренировка будет сконструирована в рамках в режиме дроп-сетов, угу. И упражнения будут подобраны двойками, то есть на мышцы, которые никак не ограничивают движение друг друга. Первая двойка – это наклоны. Или гиперэкстензия, как еще это упражнение называют. А второе упражнение – это жим штанги лежа. Но это не суперсет, это по очереди. Это не суперсет, да, это некая двойка, как круг мы иногда называем. Mm. То есть, ну, тут особо круг, это из двух станций получается. Так вот, значит, первое упражнение он выполняет гиперэкстензия с весом 50 килограммов. Mm. Подбирается вес такой, чтобы получить утомление на 10-12 повторении. Mm. Потом сбрасывается 50% от веса, и он в ограниченной уже амплитуде добивает, что осталось. До отказа. То есть, да, это до отказа, это дроп-сет. И мысль этого сета такая, чтобы проработать быстрые волокна сначала и медленные волокна в конце. То есть самому убить двух зайцев одним подходом. И следующее упражнение после полного восстановления – это жим штанги лежа. То есть отдых произвольный, да? Произвольный. Сейчас мы никуда не торопимся. Не даем мы ему отдыхать на аэробных тренировках. На силовых даем ему отдыхать. Жим штанги лежа. Тот же самый диапазон повторений – 10-12. А там посмотрим по самочувствию, сколько будет повторений. Также сбрасывается 50% от веса или около того, около 50% от веса. И он выполняет в ограниченной амплитуде, в медленном темпе добивочный сет, дроп-сет. Таких кругов будет выполнено 3. Все, ну что, погнали? Да, я готов. Я сегодня на лайтах, а ты как это, показываешь мастер-класс. Первый рабочий подход в жиме лежа. Сейчас мы делаем отказной подход в диапазоне 10-12 повторений, потом сбрасываем 50 килограммов и в рамках дроп-сета добиваем все, что осталось. Давай, настройся. 110 у нас, да? Да. Девять, работаем. 10, отлично. Разозлись, соберись. Тащи! Сам! Дави! Дави, Саня! Есть! Красавчик. Ну, а говорил, камера тебя не мотивирует, ё-моё. Вот, отбива нет, ровненько, спокойно. И желательно здесь еще умудриться расслабить сознание. Сильно не куражься и попробуй добиться жжения в мышцах без сильного участия нервной системы. Тогда будет методически очень круто. Прям с пола стараемся делать, может делать то делать первый, второй раз там с помощью оппонента, с помощью партнера, но в идеале забираем гриф самостоятельно с пола и уже первый подъем, я считаю, за раз. Да, терпи вниз, не падай. Провожай ее. Ограничиваем амплитуду и добиваем. Кстати, очень популярный сет в бодибилдинге. Взгляд вперед, отлично, и работаем. Чуть-чуть пониже на трапецию спусти. Сюда? Да, чтоб шейку поберечь. И все, и круто.
Сам. Есть. 9, убирай скорость. Так вот проходят тренировки с бойцом UFC Александром Волковым. Так как он по образованию инженер, он заставляет меня каждое упражнение разобрать с точки зрения физиологии, биомеханики и анатомии. И вот мы сейчас спорили, где момент силы больше, у меня в трицепсе или у него в передней дельте. Все удары, знаешь, что зависит? От точки, в которую ведется удар. Потому что если ты ударишь по воздушному шарику, то сил удара не будет. Uh-huh. Потому что не будет упора. Все удары зависят от того, куда бьется удар. Чем более упругая поверхность, тем более сильный удар. То есть стенку будет максимально сильный удар, а мягкая поверхность будет максимальная. Поэтому, измеряя силу удара бойца, нужно смотреть момент, в который бойца попал. Если попал навстречу, и там человек шел на удар, то, конечно, сил удара будет в гораздо больше. Да. Там, а если удар вдогонку, то удар будет слабее. Это все, здесь более важен тайминг, чем сила. И намного важнее акцент, то есть насколько у тебя при ударе рука будет не вот такая, да, там мягкая, а насколько у тебя удар будет жесткий. Хорошо, да. И насколько у тебя кулак будет полностью сжат в точке, да, чтобы. Чтобы не было вот этих. А если будет он сжат изначально очень сильно, и ты будешь увидеть себя отсюда, то удар будет очень медленный. Да, то есть удар должен быть легкий, да, и в конце поставить акцент, зажать кулак. То есть для этого есть упражнение, когда подходит к стенке, да, боксерская. Вот. Знаю, это Алексей как раз он мне показывал, и человек старается при максимальной плотности и близости к стене нанести удар и остановить его, и кулак при этом зажать, и полностью напрячь все свои мышцы тела, чтобы даже при близкой дистанции все вошло и был акцент. Правильно я объяснил? Ну да, это упражнение чисто боксерское, мне тоже как раз показывал боксер, вот, Алексей находится рядом с нами. Мастер спорта по кикбоксингу, тоже все как бы эти упражнения все боксерские, и они очень хорошо переносят бои, потому что перчатка маленькая и действует именно акцент, именно сжатие кулака, сила кисти в конце, да, этот вот акцент, он очень важен, чтобы попасть, ну как бы, а если там бить проносом, то при маленькой перчатке, при ударе в голову, все удары будут пролетать мимо, то есть если просто бить, махать, это в большой можно попасть в перчатке еще там как-то залепить, а в маленькой, скорее всего, удар просто поет в скорость, поэтому сила удара зависит от плотности кулака и от жесткости места, куда бьется удар. Челюсть оппонента. Челюсть оппонента, да, потому что зачастую, чем хороша челюсть? Тем, что удар в челюсть, очень сложно, чтобы голова отыграла. То есть, если удар в челюсть, он, скорее всего, приходится полностью в шею, да, ну, как бы до конца. Если удар в лоб, то удары все в лоб, они, скорее всего, движением головы, они, ну, обычно слетают, то есть, по касанию. А удар в челюсть, он полностью принимает всю нагрузку в голову, и очень сложно его просто избежать, там, да, как многие уворачиваются. Но если увернуться, конечно, можно, если удар пришел прямо в челюсть, уже никуда не денешься, все это находится здесь. Поэтому это все, момент силы удара, он всегда относительный. Очень важен взрыв, при этом взрыв, а насколько ты можешь из состояния покоя, да, без размаха, а просто сорваться, да, ударить, спрятать полностью в технике максимально узко, там, ну, я бью, у меня преимущества прямые, да, узкая, либо ты, если бьешь боковые, максимально включить корпус, взрыв очень важен, да, взрыв, незаметность, это все влияет на то, что оппонент удар не увидит, и удар может быть не жестким, но акцентированным и очень сильным. Угу. Вот, конечно, кому-то бывает, не хватает каких-то там технических моментов, и он берет просто силой, да, но всегда над силой техника всегда имеет преимущество, но при этом техника должна подкрепляться тоже силой и упражнениями. И для этого мы находимся в этом зале и качаемся. По 110 в межсезонье, дерутся 93. Я тяж. А, ну ты тяж, это без. То есть, а я 101, то есть получается как бы. Ну ты удрал 93 килограмма, да. А, хотя сливать надо. Да, хотя я в начале карьеры весил 96 и дрался с ребятами, которые весили 120. Я видел это. Но на меня без слез не взглянешь в то время.
Вы были на канале Body Money. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки. И, кстати, подписывайтесь на канал Василия Волкова. Ссылка в описании. Это тренер Александра. Саш, спасибо за тренировку. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Спасибо, что приехали. Всем привет, удачи, счастья, любви.